Здравствуйте, друзья! Шпаклевка подсохла, и дальше я буду клеить малярный стеклохолст. Но сначала я подготовлю стены. Возьму вот такую терочку с сеткой и пройдусь и уберу мелкие неровности и наплывы шпаклевки. Зачистил я стены и потолок. Данный процесс довольно-таки пыльный, поэтому я использовал вот такой респиратор. Еще забыл я установить подрозетники. Их нужно устанавливать до того, как наносить финишную шпаклевку. Поэтому я уже устанавливал после. Сейчас еще пройдусь возле подрозетников, все здесь выровняю. И буду приступать к нанесению грунтовки. Грунтовать стены и потолок буду вот такой грунтовкой Аура. Это концентрат, его нужно разбавлять 1:5 и должно хватить до 60 квадратных метров. Укрепляющая грунтовка глубокого проникновения. Вот я уже развел, на выходе я получаю 6 литров грунтовки. Наносить буду вот такой щеткой. Загрунтовал я стены и потолок. Подожду, пока грунтовка высохнет, и буду наносить второй слой. Скорее всего, уже завтра. Сначала я наносил грунтовку щеткой, но щеткой неудобно, поэтому взял валик, и работа пошла намного быстрее. Особенно наносить грунтовку на потолок лучше валиком. По поводу расхода грунтовки, вот той бутылки, которую я разводил, у меня где-то хватает на 50 квадратных метров. Грунтовку я наношу обильно, не жалея. Грунтовка полностью высохла. Дальше буду клеить малярный стеклохолст. Производитель Оскар. Плотность его 50 грамм на квадратный метр. Клеить его буду на уже готовый клей Пуфос. Сначала начну с потолка, наклею на потолок, а потом на стены. Наносить клей буду валиком. И вот у меня еще такие щетки есть. Равнять буду вот таким шпателем. И взял на всякий случай металлический шпатель. Попробую, чем лучше будет, тем и буду работать. Итак, сейчас мне нужно нарезать куски. И потом приступаю к поклейке.
Нарезал стеклохолст, размешал клей. Клей похож на ПВА. И на потолке сделал разметку через 1 метр. Вот метки по ширине полотна стеклохолста. Теперь буду наносить клей и приклеивать стеклохолст. Наклеил я стеклохолст на потолок. Конечно, одному делать это тяжело. Дальше буду клеить на стены и подробно расскажу и покажу, как я и что делаю. Сначала наношу клей хорошо, так обильненько, на стену. Теперь приклеиваю лист. И разравниваю его шпателем. И наношу еще один слой клея сверху стеклохолста.
Приклеиваю второй лист внахлёст. Так, дальше делаю разрез. Вот у меня нахлёст где-то 3 сантиметра. И теперь посерединке вот так буду его разрезать. Беру и снимаю вот эту часть, отрезанную стеклохолста. И вторую часть. Вот отгибаю и вторую часть снимаю. Все, теперь приклеиваю. Получается идеальный стык. Сейчас нанесу сюда еще один слой клея поверх стеклохолста. И вот в таком духе продолжаю клеить все оставшиеся стены. Закончил я клеить стеклохолст. На стены его клеить намного проще, чем на потолок. И по поводу самого материала, с ним нужно работать очень аккуратно, так как его легко повредить. И при работе нужно использовать респиратор, желательно очки, шапку или кепку, а также одежду с длинным рукавом, так как летит это стеклянная пыль и очень неприятные ощущения потом. Так, у меня здесь площадь поклейки где-то приблизительно 40 квадратных метров. Сюда я потратил очень много клея, прям в 2 раза больше, чем я рассчитывал. Практически 2 ведерка. Поэтому в остальных комнатах, наверное, буду клеить другим клеем, так как этот довольно-таки дорогой. Справился я за целый день. Вот эти 40 квадратов клеил целый день. Осталось у меня поклеить вот здесь в холле и вот в этой комнате. А на этом, друзья, все. Всем спасибо за внимание. До новых видео. Подписывайтесь на мой канал.